It's my life. Доброго времени суток! В этом видео мы будем проходить 185 этаж с багом босса. При входе в аудиторию вы должны бежать налево. В общей сложности должно получиться 3 плевка босса с вашего входа в аудиторию. После третьего плевка вы должны быстро встать за колонну, как я показываю. Если у вас заканчиваются патроны, вы можете поставить бокс за собой. Тем самым вы немножко подвинетесь, и вам будет проще стрелять в босса. Также хочу сообщить вам одну из основных ошибок. Когда вы пытаетесь забагать босса за колонной, пожалуйста, не двигайтесь во время движения самого босса. Также не вступайте в синюю жижу, она наносит очень большой урон. Надеюсь, данное видео было вам полезным. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. До скорых встреч!